Дорога же пустая до самого горизонта, да и в городе как-то пустовато. Они открывают массивные железные двери и ступают в кромешную тьму, таящую исключительно опасность. Внизу кто-то есть. Ничего не вижу. А он есть. По дороге им попадается очень полезный негр. К вашим услугам. Теперь нам придется разделиться. Ни разу не стрелял из пистолета. Это несложно. Целься в голову. Так правильно? Не промахнись. В общем, они заходят в вертолет, в котором только пилот. Взлетай! Я сказала, взлетай! Почему мы еще не взлетели? Спасая свою жизнь, убегает от ливня пуль и натыкается на...